Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни и добро пожаловать на канал. И сегодня в этом ролике мы вместе с вами снова играем на проекте NextRP. И сегодня в этом ролике я покажу вам самую прибыльную работу на NextRP. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику, а также не забывайте играть вместе со мной. Я играю на серваке Сибирский на NextRP. И также при регистрации вашего аккаунта не забывайте вводить мой промокодик, который называется Донни Топ. Вводите его так же, как это прямо сейчас есть у вас на экране. Вводится он в разделе Escape, далее раздел Магазин, и сверху вот здесь вводить промокод, который называется Донни Топ. Вводите его так же, далее клавиши Применить, и сразу после этого вы получаете 200 тысяч рублей для быстрого старта и развития вашего аккаунта на NextRP, а также премиум аккаунт на 5 дней. Это реально очень сильно поможет вам максимально быстро поднять ваш аккаунт на NextRP. И также при регистрации ваших новых аккаунтов не забывайте вводить мой реферальный код, который даст вам еще дополнительные денежные бонусы для быстрого старта и развития вашего аккаунта. Реферальный код есть у вас прямо сейчас на экране. Итак, сегодня я покажу вам, сколько реально можно заработать, работая 1 час на самой прибыльной работе на NextRP, на работе дальнобойщика. Работа, кстати, доступна с 10 уровня, а первые 5 уровней вы поднимаете максимально быстро, проходя первые квесты под самое начало игры на NextRP. Итак, подходите на маркер работы дальнобойщика в компании. Далее, при желании, вы можете купить усилитель. Вы можете купить усилитель на 1 час, который стоит всего лишь 79 доната. Он дает 100% бонус к опыту и деньгам для работ. Максимальный бонус 150 тысяч рублей и 10 тысяч экспириенса. Я купил усилитель и правой кнопкой мыши нажимаю на применить. После этого я буду зарабатывать больше денег на 100%, а также еще дополнительный опыт тоже увеличится на 100%. Если вы работаете на дальнобойщике, то я искренне советую выполнять какое-нибудь одно дерево прогресса. Я уже записывал ролик, в котором я один раз привез товары из аптеки, и поэтому я могу получить премию к заказам, то есть плюс 3%. Необходимо заработать еще 1500 очков, чтобы открыть новый бонус. Если мы дальше будем качать эту ветку, то мы в конце увидим реально очень мощные бафы для этой работы. Далее начинаем смену, выбираем грузовик, либо берете в аренду грузовик и платите процент от каждой доставки, плюс платите время за аренду грузовика, либо, как я, вы покупаете уже какой-то свой грузовик. Далее я беру свой грузовик, и после этого я нажимаю на клавишу L и далее выбираю заказы, которые меня максимально устроят. Мне в идеале, конечно, возить именно заказы, которые связаны с аптекой, поэтому, ну, в принципе, вот самые верхние 3 заказа — это мой вариант. Берем заказ, который стоит побольше, на 56 тысяч рублей, вот его мы берем, да, и после этого мы можем выдвигаться на место погрузки. Также нам необходимо выполнить 5 заказов, чтобы забрать все возможные бонусы. 23 тысячи за 3 заказа, 35 тысяч за 88 тысяч рублей заработка. Выполнить один заказ максимально быстро, то есть за 15 минут, и еще привести 5 заказов в сумме. Это мы постараемся прямо сейчас сделать. У меня прокачанная фура, поэтому передвижение по карте максимально быстро. Я прямо сейчас добираюсь до порта. В порте нам необходимо взять заказ на загрузку. И давайте мы запомним, что у нас прямо сейчас на счету 59 миллионов 607 тысяч рублей. Приехали мы на загрузку, у нас начинается загрузка на протяжении 30 секунд. Мы забрали заказ и после этого направляемся на разгрузку. Ехать нам примерно, ну, в общем, много. Пишется как бы 1,5 километра, но это если по прямой через море. А так по дороге, конечно, будет, я думаю, что все 3 километра. Подъезжаем мы на разгрузку, то есть стоим на этот маркер и далее подходим вот к этому персонажу. Необходимо подойти и сделать подпись на вот такой бумаге. Отдаем накладную, и после этого начинается разгрузка. Можете либо сесть в фургон, либо просто постоять рядом. В принципе, время сверху идет. И далее также у нас еще есть в F2 в менюшке, да, у нас новый Next Pass начался. У нас есть задание на заработок 10 тысяч рублей благодаря работе дальнобойщика. Заканчивается у нас разгрузка. Мы в итоге зарабатываем свои деньги, именно 56 тысяч рублей, а также 2800 экспириенса. И после этого мы направляемся обратно на новый заказ. Напоминаю то, что прямо сейчас у меня действует баф на плюс 100 опыта, а также плюс 100% дохода с любого заказа. Нажимаем на клавишу L, далее выбираем опять-таки новый заказ. Нам необходимо выполнять заказ именно для аптеки. Поэтому мы берем опять-таки заказ, который находится с самого верху, вот за 50 тысяч рублей. Берем его. Также мы на самом деле заработали больше, чем 50 тысяч рублей. Мы заработали 76 тысяч рублей за
за один заказ. И также мы еще получили бонус 20 тысяч рублей за быстрое выполнение одного из заказов. Подъезжаем на новую загрузку, опять-таки на маркеры мы встали и ждем на протяжении 30 секунд, пока у нас загрузится наша фура. Фура загрузилась, и мы направляемся на точку разгрузки. Ехать нам в этот раз, я даже не вижу куда примерно, ехать нам пишется в 3800, но по факту будет, я думаю, что все 6 километров, потому что ехать нам в объезд всей карты. Доставляем заказ вот в такое здание, это, наверное, какой-то, я не знаю, даже какой-то магазин, или это какой-то склад даже, скорее всего, да? И далее подходим опять-таки вот к этому персонажу и сдаем ему накладную. Также у нас здесь написано, стоимость груза всего лишь 22 тысячи рублей, надбавка за премию 4 тысячи рублей, премия компании 600 рублей, рейтинг сохранности еще плюс 700 рублей, и вот тот самый бонус к зарплате 100%, который мы купили за 79 доната. И получаем 22 тысячи дополнительного заработка. Отдаем накладную, и после этого начинается процесс разгрузки. Заработал свои 50 тысяч рублей и 2500 экспириенсов. Далее мы сразу же, не будем медлить, открываем менюшку для поиска новых заказов. Далее мы в идеале должны опять-таки взять заказ на аптеку. Остался всего один заказ, он стоит 49 тысяч рублей, благодаря всем бонусам возможным. Его мы и берем и выполняем прямо сейчас его. Также буквально после выполнения этого заказа я попробую обновить все имеющиеся заказы, чтобы опять-таки нам появились новые заказы на аптеку. И вообще в идеале прямо сейчас было подойти на маркеры работы, уволиться с работы, опять-таки начать работу заново. И возможно мы там заработали новые очки для бафа нашей работы по ветке аптеки. Реально было бы, мне кажется, очень правильно сделать так, но я это забыл сделать, поэтому после этого заказа мы так и сделаем. Ехать нам пишет 5300, но по факту, скорее всего, будет больше. Ехать нам, ну, через всю карту вообще. Ну, хотя по прямой, ну, как бы да, я думаю, здесь, скорее всего, ну, может быть, 6 километров ехать и придется. Добираемся до разгрузки. Ну, в принципе, процесс как бы одинаковый. Мы подходим к менеджеру, отдаем ему накладную. Опять-таки, нам пишется, что мы заработали 22 тысячи рублей. Также еще премия сверху ровно столько же. Ну, и еще разные премии, надбавки за наши бафы тоже присутствуют. Опять-таки, отдаем накладную, и начинается процесс разгрузки. Длится он буквально 30 секунд. Мы разгрузились и заработали 50 тысяч рублей на этой работе, что в принципе очень даже неплохо. Далее, прямо сейчас у нас больше не осталось заказов на аптеку, но мы можем обновить заказы, что мы прямо сейчас и делаем, и у нас появились новые заказы на аптеку. Вот они есть за 50 тысяч, за 38 это, конечно, маловато, но все же, ну и как бы реально один заказ у нас есть, заказы по вакцине. Но сначала я подниму бафы, те самые бафы, которые я могу получить благодаря прокачке ветки на аптеку. Я могу выбрать либо премия ко всем заказам, либо премия именно к заказам на аптеку. Я возьму именно такую премию, в итоге я получу не 3% прибавки, а целых 6%, это, ребята, я и выберу. Далее я могу выбрать еще один баф, который называется аптека 23 уровень 1. Доступ к новым контрактам, это мы, ребята, и улучшаем. Опять-таки, благодаря тому, то, что я купил баф на улучшение плюс 100% опыта, я зарабатывал 3, а то 3500 очков опыта. Благодаря этому я могу повысить дальше еще один уровень, и в итоге я буду зарабатывать заказов на аптеке целых 9% дополнительных. Выбираем опять-таки нашу фуру и выбираем новый заказ на 51 тысячу рублей. Снова загружаемся, снова ждем полминуты, пока загрузится наша фура, и доставляем заказ до точки разгрузки. Ребят, опять-таки все процедуры на дальнобойщике не максимально одинаковые, но они реально интересные, потому что вы катаетесь на фуре, как будто бы вы играете в Евротрак симулятор. Теперь, опять-таки, смотрите, получается, я зарабатываю 22 тысячи рублей на этом заказе, у меня есть баф плюс 100%, благодаря тому, что я купил буст на 1 час, я зарабатываю еще плюс 22 тысячи рублей. А далее у меня есть премия от компании и надбавка за премиум аккаунт. То есть я получаю уже плюс 2000 рублей, благодаря тому, то, что у меня есть баф плюс 9% от заказа. Рисуйте опять какую-нибудь загогулинку, либо можете этого не делать и отдаете накладную. После этого начинается процесс разгрузки. Здесь самое главное в этой работе максимально быстро постараться прокачать хотя бы одну ветку, потому что если вы будете качать все и сразу, то, разумеется, процесс будет реально очень долгий. Но если вы будете вкачивать одну ветку, то вы реально сможете максимально быстро апнуть очень крутые заказы на одной из веток. После этого я заканчиваю свой рабочий день, и в итоге за один день я заработал 287 тысяч рублей.
рублей. Это буквально 55 минут работы. И прямо сейчас, опять-таки выполнив этот заказ, я могу опять прокачать новый уровень на ветке с аптекой. То есть я, получается, могу еще плюс 3% сделать к заказам на любые заказы с аптеки. То есть у меня уже будет баф плюс 12%. Это мы и делаем, разумеется. И после прокачки полностью одной ветки, например, ветки аптеки, вы сможете зарабатывать плюс 50% к доходу на любой заказ. А если вы еще будете брать дополнительный баф плюс 100%, то вы сможете зарабатывать за один заказ по 75 тысяч рублей. Это реально очень классные деньги. Друзья, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, а также играйте вместе со мной. Я играю на серваке Сибирский на NextRP. Всем удачи и всем пока-пока.